Здравствуйте, восклицательный знак. Сегодня я приготовлю умное пирожное, запятая. А почему оно умное, вы узнаете в нашем видео. В первую очередь нам надо сливочное масло растопить и охладить. Дальше нам надо отделить белок от желтка. Сюда я буду перекладывать желтки, сюда белки. В желтки мы высыпаем ванильный сахар и обычный сахар, и все хорошо взбить миксером. Во взбитые желтки мы добавляем охлажденное растопленное сливочное масло и еще раз хорошо взбиваем. Постепенно нам надо добавлять муку и уже перемешивать я буду лопаткой. Выливаем теплое молоко и хорошо перемешиваем. Это мы пока отставляем в сторонку и берем наши белки. Белки мы должны взбить в устойчивую пену. Взбитые белки мы теперь должны добавить в основную массу и хорошо перемешать. Берем форму, в которой вы будете выпекать. Я буду выпекать вот такой вот силиконовой формочке. И теперь каждую формочку мне надо смазать растительным маслом. И отправляем наше умное пирожное в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 45 минут. А теперь я расскажу, почему пирожное так называется. Умное пирожное без всяких дополнительных усилий с вашей стороны, само в процессе выпечки, разделяется на ванильное суфле, нежный заварной крем и бисквит. И при этом выпечка выходит очень вкусной. Ну а если вам понравилось мое видео, обязательно ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал «Готовим вместе». И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А вам я желаю приятного аппетита и до новых встреч!